32-річний Микита Хорольський народився в Україні, однак проживав в Росії до 2019 року. Вже з власною родиною приїхав на Черкащину, батьківщину батька, і вирішив не повертатися до Росії. У відеозверненні Микита підкреслює, що не може мовчати після таких страшних звірств і злочинів російських військових проти українського народу. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну я не можу бути рівнодушним і мовчати. Вони називають це спецоперацією. Но здесь никого не нужно освобождать. В Украине люди жили на своей земле и не ждали русских военных. Мне стыдно, что я гражданин России, потому что русские творят ужасные преступления в Украине. Они не люди, издеваются, насилуют, убивают мирных людей. Невозможно спокойно смотреть на те разрушения, города, которые уничтожили, нанося бомбовыми ударами и постоянно обстреливают детские сады, школы, больницы, жилые районы. Я презираю Путина и всю власть Российской Федерации. По их вине гибнут мирные люди. Это они отдают такие преступные приказы, а русские военные не имеют чести. Им чуждо все человеческое. Раз они не отказываются выполнять их указания и убивать обычных людей. Я больше не желаю иметь какого-либо отношения к России. И готов пойти в военкомат, чтобы вступить в ряды защитников Украины для защиты земли, на которой я живу. Открыто уничтожаю свой русский паспорт и военный билет в знак этого. Слава Україні!